Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Вновь с вами рубрика «Моделист-конструктор». И продолжаем наш разговор про аккумуляторы и зарядные устройства. Сегодня мы сделаем обзор такого зарядника. Это IMAX B6. Один из самых распространенных типов зарядных устройств. И в то же время один из самых функциональных. Мы используем именно такие зарядные устройства для практически всех наших аккумуляторов. Всех типов, не только литий-полимерные, но и никель-металл-гидрид. Также с помощью этого зарядника можно зарядить свинцово-кислотный аккумулятор, никель-кадмиевые батареи и тому подобное. Ну, для начала сделаем небольшой обзор этого устройства. Так, зарядник IMAX B6, это вот, чаще всего он идет в виде такой синей коробочки с небольшим радиатором с верхней части. Но надо сказать, что у этих зарядников сейчас очень много разных вариантов. Даже оригинальный IMAX существует, IMAX Compact, он в более тонком и корпусе идет. Существуют более мощные варианты, конкретно этот у нас на 50 Вт, то есть ток заряда до 5 ампер выдерживает. Существуют зарядники на 80 Вт, на 200 Вт и так далее. Конкретно это зарядное устройство у нас рассчитано на питание от внешнего источника, то есть это либо аккумулятор, либо блок питания с напряжением от 10 до 18 вольт. Также существует вариант зарядника IMAX B6 со встроенным блоком питания. Обычно корпусу практически такого же зарядного устройства добавляется небольшая коробочка в верхней части, и в ней встроен сетевой блок питания на 5 ампер 12 вольт. Такой зарядник, с одной стороны, удобно, то что не требуется дополнительный блок питания, но опять он более громоздкий, более тяжелый, и если вы часто выезжаете в поле, если берете зарядное устройство с собой для работы от автомобиля, например, то зарядник без дополнительного блока питания может быть более предпочтительным. Также у этого устройства существует множество клонов, как более-менее официальных, так и практически точные копии, но подделки имеются в виду. По внешнему виду подделки практически не отличаются от оригинала. Качество у них, конечно, пониже. Оригинальный зарядник чаще всего можно отличить по голографической наклейке с обратной стороны корпуса. На клонах ее нет. Также на сайте SkyRC можно пробить код зарядного устройства. И если зарядник у вас оригинальный, то показывается информация по конкретному устройству. Но, тем не менее, надо сказать, что клоны, они тоже бывают разные. Тут уже как повезет. У кого-то копия может проработать несколько лет, и никаких проблем с ней не возникает. У других они летят буквально на вторую-третью зарядку. Но это уже, говорю, лотерея. Кому как повезло. Также можно сказать, что зарядное устройство такого типа производит не только IMAX, но они продаются под множеством различных марок. Внешне корпуса могут отличаться, но во всех случаях прошивка у них чаще всего стоит от IMAX B6. И различий в плане управления, в плане настроек и работы с такими зарядниками практически никаких не имеется. Конкретно у этого зарядника у нас имеется входной порт под обычный круглый штекер, 5,5 мм, по-моему, он. На второй стороне силовые выходы для подключения аккумулятора, балансировочные порты для литиевых батарей, поддерживается от 2 до 6 банок. Одну банку отдельную, естественно, балансировать не требуется. Ее можно просто зарядить. Также на зарядниках такого типа существует порт под термодатчик. Этот сенсор можно использовать для контроля напряжения заряжаемой батареи. У меня в комплекте термодатчика не было. Но, в принципе, если вы не превышаете номинальные токи заряда батареи, они греться у вас не должны.
Поэтому, если в комплекте термодатчика нет, особо страшного ничего в этом я не вижу. Вот сейчас подключим наше зарядное устройство и пробежимся по меню. Так, это зарядное устройство у нас изначально идет с программой для литий-полимерных аккумуляторов, с установленной программой. Чтобы изменить программу, чтобы выбрать другой тип аккумулятора, зажимаем кнопку «Стоп», она же выбор типа батареи. Переходим в системное меню зарядного устройства. И кнопками «Вперед-назад» выбираем соответствующий режим работы. По умолчанию, как я уже сказал, идет программа для литий-полимерных аккумуляторов. Попадаем в системное меню данного зарядного устройства. В системном меню у нас выбор позиции осуществляется также кнопками «Стоп» и «Влево». Нажимаем еще раз кнопку «Стоп», идет программа для никель-металлгидридных батарей, никель-кадмий, свинцовые, свинцово-кислотные батареи. При необходимости вы можете сохранить настройки для какого-то конкретного аккумулятора, его ток заряда, какие-то ограничители по таймеру, по току, по емкости и так далее. Можете загрузить настройки для конкретной батареи, чтобы каждый раз не вбивать все параметры. Можно указать несколько наиболее часто используемых батарей. Ну и последний пункт меню в данных системных настройках – это пользовательские настройки. Вот, собственно, здесь у нас и устанавливаются различные типы батарей. Вот, как я уже говорил, по умолчанию у этого зарядника идет программа для литий-полимерных аккумуляторов, но при необходимости нажимаем кнопку «Старт», она же Enter, и изменяем тип используемых батарей, поддерживаются для данной программы литий-ион и литий-феррум, литий-феррофосфат. 3,3 вольта у них идет номинальное напряжение на банку. Но по умолчанию стоит литий-полимерные аккумуляторы, так как они самые распространенные сейчас для радиомоделей, по крайней мере. И именно эти аккумуляторы мы и будем использовать. Дальше идем. Время тестирования аккумуляторов задается от 5 до 60 минут. Если в течение этого времени ток заряда у нас остается минимальным, меньше 0,1 ампера, зарядка прекращается. Соответственно, если устанавливаем 10 минут, то в конце заряда у нас, когда аккумулятор уже полностью заряжен, он перестает брать большой ток и начинается отсчет времени. Если падение тока заряда было временное из-за каких-то внешних факторов, возможно, то зарядка продолжится. Но если состояние батареи в течение этого времени не меняется, значит, аккумулятор полностью заряжен и заряд нужно останавливать. Чувствительность для никель-металлгидридных аккумуляторов. В отличие от литий-полимерных и литий-ионных батарей, которые у нас контролируются по напряжению и потоку заряда, остановка заряда никель-металлгидридных батарей у нас происходит по так называемому дельта-пику. При полном заряде аккумулятора напряжение перестает расти и даже немножечко снижается. Вот именно этот момент и пытается определить зарядное устройство. Ну и здесь мы можем выставить чувствительность дельта-пика, насколько большое изменение напряжения он должен отслеживать. Вот, соответственно, от 5 милливольт на банку и так далее до 20 милливольт. Ну, чаще всего настроек по умолчанию для большинства батарей бывает достаточно. Точно так же чувствительность дельта-пика у нас устанавливается для никель-кадмиевых аккумуляторов. В этом пункте меню можем выставить режим работы вот этого дополнительного порта. Либо это у нас будет USB-выход для подключения к компьютеру, для сброса на компьютер
графиков заряда батарей, настроек самого зарядного устройства, либо к этому порту подключается термодатчик. И здесь мы можем выставить температуру отсечки, температуру остановки заряда. Ну, по умолчанию 80 градусов Цельсия, это довольно много, при желании можете убавить. Но так как я уже говорил, у меня термодатчика нет, стоит значение по умолчанию. Время простоя. Это используется для циклического заряда. Между зарядом и циклами заряда и разряда выдерживается установленное в данном пункте меню время. По умолчанию 1 минута. То есть аккумулятор полностью зарядился. Прежде чем его разряжать, аккумулятор выдерживает заданную паузу на успокоение химических процессов в батарее. Таймер безопасности, так называемый, это время, в течение которого у нас будет заряжаться аккумулятор. То есть, если вы знаете, что батарея у вас точно заряжается за полтора часа, выставляем 120 минут, то даже если по какой-то причине отсечка заряда не сработала, не был определен дельта-пик для металлгидридного аккумулятора или никак не удается отбалансировать банки литий-полимерной батареи, то зарядное устройство самостоятельно отключится через указанный промежуток времени. Естественно, если вы заряжаете большие аккумуляторы, если заряжаете сборки аккумуляторов, сразу несколько батарей параллельно, то время заряда может превышать максимально возможное время для данного таймера. Поэтому при необходимости этот таймер можно просто отключить. Вот как в моем случае, таймер отключен. Сейчас включу и посмотрим, сколько можно максимум установить времени. 720 минут. Это довольно много, это 12 часов. В принципе, можете установить достаточно большое значение данного таймера, либо полностью его отключить, если есть в этом необходимость. Но на всякий случай, если заряжается какая-то не очень надежная батарея, чтобы не было перезаряда, не было каких-то неприятных последствий, вроде возгорания от большого перезаряда, литиевые аккумуляторы иногда бывают, что сгорают, этот таймер может спасти. Также есть отсечка по максимально залитой емкости батареи. Так, если у нас аккумулятор 2000 мАч, то установив соответствующее значение в данном пункте, при достижении указанной емкости у нас заряд будет останавливаться, независимо от того, было ли достигнуто необходимое напряжение, был ли определен дельта-пик для металлгидридной батареи и так далее. Отсечку по напряжению также при необходимости можно отключить. Это также может быть полезно для аккумуляторов большой емкости, для нестандартных сборок, для параллельного заряда нескольких батарей. Также можно включить или выключить звуковое сопровождение, сигнализацию на нажатие кнопок K-beep, и buzzer – это сигнализация начала и окончания заряда, ну или ошибок каких-то. Также настраивается сигнализация по низкому входному напряжению. По умолчанию стоит 10 вольт. Как я уже говорил, напряжение питания этого зарядного устройства как раз находится в диапазоне от 10 до 18 вольт. Сигнализация по низкому напряжению особенно важна для заряда в поле от аккумулятора автомобиля. Если сигнализацию полностью отключить, то вы рискуете посадить аккумуляторы в машины и потом с поля уже не уехать. Установленное напряжение в этом пункте меню у вас поможет сохранить заряд аккумулятора машины. Ну и также показывает, если блок питания недостаточной мощности, что напряжение проседает и, соответственно, будет останавливаться заряд, будет звучать сигнал ошибки. И вы можете посмотреть, из-за чего у вас заряд прерывается, из-за чего не хочет работать зарядное устройство.
Ну вот, это основные настройки данного зарядного устройства. Снова переходим на программу для литий-полимерных аккумуляторов. И теперь посмотрим, как же у нас происходит процесс заряда. Выбираем программу нажатием кнопки Enter и переходим в основное меню. Здесь мы можем выбрать режим работы данной программы для зарядки вот именно литиевых батарей. По умолчанию идет заряд. Здесь мы можем установить ток заряда и количество банок в нашем аккумуляторе. Для простого заряда у нас поддерживается от одной банки до 6. Вот выставим 3 банки. Зарядки попробуем взять такой вот аккумулятор 1000 мАч. И подключаем. Обязательно для литиевых аккумуляторов подключается балансировочный разъем. У нас для разных напряжений есть соответствующие гнезда. 2 банки, 3, 4, 5 и 6. Балансировочный разъем при этом, соответственно, тоже разной ширины. И подключаем силовой разъем. Я специально покажу подключение через крокодильчики. Обратите внимание, что красный провод плюс у нас подключается к красному проводу батареи, черный к черному. Полярность желательно не путать. Хотя, конечно, защита от переполюсовки у этого зарядника есть. Но, тем не менее, чтобы что-нибудь не пожечь, особенно это относится к неоригинальным зарядным устройствам, полярность желательно соблюдать. Выбираем ток заряда, в нашем случае 1 ампер, и напряжение заряда 3 банки, то есть можно поставить, в принципе, автоматическое определение напряжения для аккумулятора. Попробуем, кстати, сколько времени он будет его определять. И зажимаем кнопку старт на 3 секунды. Вот, как видите, у нас напряжение аккумулятора определилось. Литий 3С, 3 банки, все верно. Ну, так как аккумулятор почти заряженный, ток заряда у нас идет 0,1 ампера. Ну, просто батарея уже заряжена. И ей больше, по сути дела, не надо. В первые несколько минут работы зарядного устройства мы также, нажимая кнопку старт, она же Enter, можем переключиться на настройку тока заряда и, соответственно, изменить его, уменьшить или увеличить. После того, как пройдет какое-то время, ток заряда уже изменить нельзя. То есть, если вы ошиблись с настройках при запуске заряда, сразу же можете исправиться, но потом заряд идет уже с установленным током. Ну, сейчас пока заряд остановим и посмотрим остальные возможности этого зарядного устройства применительно к программе для литий-полимерных батарей. Следующий пункт меню — это у нас балансировка аккумулятора. Вообще заряжать литий-полимерные аккумуляторы желательно именно вот в режиме балансировки. Если заряжаем батарею в режиме простого заряда, у нас контролируется только общее напряжение батареи. При этом, если аккумулятор у вас старый, если у него большая разбалансировка между банками, то одна банка может оказаться недозаряженной, другая, наоборот, перезаряжается. Общее напряжение на батарее остается, какое положено, но недозаряженная банка будет быстрее садиться, перезаряженная банка тоже страдает от излишней нагрузки. Ничего хорошего нет. Поэтому вообще рекомендую использовать режим балансировки. Самый главный недостаток этого режима в том, что заряд происходит несколько дольше, чем при простом заряде. Так как помимо заливания необходимых ампер-часов в аккумулятор, у нас еще тратится время на выравнивание напряжения на банках. Ну, вот попробуем сейчас включить режим балансировки для этой батареи и посмотрим, что у нас в
в каком она состоянии. Также выставляем ток заряда необходимый, в нашем случае 1 ампер. Напряжение 3 банки уже выставлено. Вот, как видите, зарядное устройство просит подтверждение выбранным установкам. То есть он сам определяет, какое напряжение на аккумуляторе 3 банки. И установленные тоже 3 банки. Все верно, подтверждаем. И вот у нас, получается, пошел заряд. 1 ампер пытается сейчас зарядник влить в наш аккумулятор. Видим общее напряжение, видим режим работы, балансировка, время и количество залитых миллиампер для данной батареи. Нажимая кнопки вперед или назад, можем переключиться на побаночный контроль напряжения. В нашем случае аккумулятор практически новый, и разбалансировки по банкам у него особо большой нет, в пределах 1,2 вольта. Это считается нормальным. Если разбалансировка более 1,1 вольта, это уже нехорошо, и аккумулятор нужно отбалансировать. Ну, сейчас заряд прервем и посмотрим следующие пункты меню. Быстрая зарядка. При помощи данного режима мы можем быстро, за примерно половинное время, зарядить аккумулятор до емкости около 80%. Использовать этот режим можно в случаях, когда нужно быстро залить аккумулятор на соревнованиях, на каких-то там мероприятиях, когда требуется быстрый заряд, быстрое восстановление батареи. Естественно, при режиме быстрого заряда у нас несколько снижается ресурс батареи. Также батарею не удается зарядить на ее полную емкость, порядка 80%, как я уже говорил. Но тем не менее, когда нужно срочно зарядить аккумулятор, этот режим также можно использовать. И вот следующий пункт меню, один из самых тоже важных моментов для именно литий-полимерных аккумуляторов, для их здоровья, это режим storage, режим хранения. В данном режиме у нас аккумулятор либо дозаряжается, либо наоборот разряжается до напряжения 3,8 вольта на банку. При таком напряжении аккумулятор у нас может храниться практически неограниченно долго. Единственное, что раз в несколько месяцев также желательно прогонять контрольный цикл в режиме хранения, так как у аккумулятора все-таки имеется какой-то саморазряд, и постепенно напряжение на банках падает. Этот режим используем всегда, когда откладываем аккумулятор на хранение более месяца. Слишком долго хранить полностью заряженный аккумулятор нежелательно. Разряженные литий-полимерные аккумуляторы хранить вообще нельзя, так как из-за саморазряда они могут уйти ниже порога, и, как я уже говорил в предыдущем видео, что при напряжении ниже 3 вольт на банку у литиевых батарей начинается необратимый процесс, химические элементы разрушаются, и батарея теряет свою емкость. Поэтому, если аккумулятор ложите на хранение на достаточно длительное, несколько недель, месяц и больше, то обязательно его устанавливайте в режим storage, в режим хранения. Ну и еще есть один пункт, это разряд аккумулятора. Здесь также выставляется ток разряда, но максимально этот зарядник у нас поддерживает разрядный ток в 1 ампер. И напряжение разряда, то есть, ну, количество банок, для 3 банок 9 вольт. Для чего может понадобиться режим разряда литий-полимерного аккумулятора? Ну, хотя бы для того, чтобы посмотреть, какова его реальная емкость, сколько он может отдать на нагрузку. Если
При заряде обычно цифры бывают у нас несколько больше реальной емкости батареи, то и именно рабочую емкость, именно ее характеристики батареи мы можем увидеть только при разряде. Данное зарядное устройство нам позволяет проводить такой контроль. Вот это основные режимы работы программы для литий-полимерных аккумуляторов. Сейчас также посмотрим возможные варианты работы программы для никель-металлгидридных аккумуляторов, так как они у нас все-таки тоже еще используются. Никель-полимерную батарейку отключаем и на ее место подключаем никель-металлгидридный аккумулятор. Для металлгидридов, естественно, уже не требуется никакой балансировки. Просто подключаются силовые провода, плюс к плюсу, минус к минусу, также соблюдая полярность. Ну и какие есть режимы работы этой программы? Первое и самое главное – это заряд. Ну тут дополнительно объяснять не надо. Имеется ток заряда, напряжение никель-металлгидридных аккумуляторов, у нас зарядник определяет самостоятельно. Есть режим разряда. Как я уже говорил, тоже в предыдущем видео, никель-металлгидридные, никель-кадмиевые аккумуляторы у нас обладают эффектом памяти. Чтобы не терять рабочую емкость этих батарей, их перед зарядом нужно полностью разрядить. Применительно для модели это происходит чаще всего автоматически. Вы в любом случае будете кататься до тех пор, пока у вас машинка не остановится. Ситуации бывают разные, и если вдруг приходится дозаряжать не до конца посаженный аккумулятор, вот предварительно его можно разрядить. Также устанавливается ток разряда и напряжение, до какого нужно будет у нас посадить батарею. Для никелевых аккумуляторов желательно разряжать их до напряжения 0,7-0,8 вольта на банку. То есть вот для 6 баночной батареи напряжение разряда нужно устанавливать порядка 4,5-5 вольт. И еще один важный режим для никель-металлгидридных аккумуляторов – это циклический заряд-разряд. Используется этот режим для восстановления аккумуляторов, которые как раз поймали эффект памяти. При нескольких циклах заряда-разряда аккумулятор можно раскачать и вернуть ему, если не всю изначальную емкость, то большую ее часть. Вот благодаря этому режиму, собственно, мы можем восстановить уже подпорченный аккумулятор. Ну что у нас в этом режиме есть? Во-первых, порядок: сперва разряд, потом заряд, или наоборот, сперва заряд, потом разряд идет. И количество циклов. То есть можно от одного цикла разряд-заряд до 5. Соответственно, аккумулятор будет 5 раз разряжен, 5 раз полностью заряжен. Вот поставим, например, 3 цикла и запустим режим циклического заряда. Вот, как видите, сейчас идет разряд током 0,7 ампера. Мощность данного зарядника при разряде всего 5 Вт. Соответственно, максимальный ток в 1 ампер у нас будет достигаться только при напряжении на батарее 5 Вольт. Батарея сейчас у нас будет разряжаться до напряжения, установленного в пункте разряд металлгидридного аккумулятора. После того, как батарея до этого напряжения разрядится, выдерживается установленное в главном меню время, как вы помните, 1 минута по умолчанию, и включается режим заряда до тех пор, пока аккумулятор либо не наберет необходимую емкость, установленную также в главном меню, либо не будет определен дельта-пик, то есть зарядник автоматически определяет конец заряда. Вот, как видите, после остановки режима циклического заряда мы можем посмотреть характеристики батареи. Сколько батарея отдала в первом цикле разряда, сколько взяла. Так как заряд у нас не успел начаться, соответственно, цифра заряда у нас стоит 0.
отдать батарейку успела 15 мА. Ну и также можно просмотреть все остальные циклы, какие у нас были. В данном случае пока у нас везде по нулям. Просто не дали достаточно времени для прохождения всех этих циклов. Ну вот, как видите, функционал этих зарядных устройств достаточно большой. Заряжать можно не только модельные аккумуляторы, можно поставить на зарядку аккумулятор от машины или там от мопеда, от сотового телефона, практически все что угодно. Тем и интересны вот эти вот универсальные зарядные устройства. Если у вас возникает желание разобрать какие-то дополнительные компоненты радиомоделей, если у вас возникают вопросы по какой-то аппаратуре, по привязке приемников, по настройкам, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. Если у нас есть возможность сделать более подробный обзор, мы постараемся обязательно это сделать. На этом я с вами прощаюсь. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и ждите новых видео. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!